2500 многодетных семей смогут выбрать землю под строительство. Казань получила участки из федерального реестра. Начнется освоение Больших Дербышек, Кульсиитова, поселка Сукуры-Лайшевского района и Каймары-Высокогорского. Федеральные деньги для развития Татарстана. Поступление средств обсудили сегодня в Казани на совещании депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. В этом году для республики утверждено почти 72 миллиарда рублей. Деньги пойдут на развитие промышленности, сельского хозяйства и соцподдержку граждан. В Нижнекамске появились свои алые паруса. Школьный выпускной впервые устроили на набережной Камы. Название — символ креативного бала «Желтые кеды». Праздник, который станет ежегодным, собрал больше 1000 выпускников. Всего в республике школы закончили 15 437 ребят.